Вот простая ситуация. Мы отвоюем Крым. Что мы будем делать Крыму в первое время? Снесем памятники Ленину. Ну, посмотрят крымчане, ну, Ленин, ну ладно. Такая себе стратегия. Не очень-то и хотелось. Второе. А ялтинской системы уже нет? Нет. Значит, памятник, а там стоит, по-моему, в Ялте, стоит памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю. Надо снести памятник. Ну, ялтинская система же завалилась, все. Надо снести памятник. Значит, снесли. Потом идут памятник Матросу Кошке, Суворову, Нахимову. Ладно, снесли. А русская литература выгребли из библиотек оставшуюся, сожгли. Ну, а дальше что? А что дальше? Вот дальше, те, кто там есть, согласятся с этим? Дальше проблема. Да, нет. Гарантированно. Значит, что? Значит, гражданская война. То есть мы несем в освобожденный Крым, внимание, гражданскую войну. Вот мы готовы это признать? Какой оптимизм мы несем в Крым? Вот оптимизм — это же вещь универсальная. То есть мы должны говорить, смотрите, у вас мир будет лучше довоенно. Он сложнее будет, да, в чем-то, как для вас нежданный, но лучше. Мы можем так сказать крымчанам? Крымчане, мы вас освобождаем. Мы несем вам мир, который лучше довоенно. Вот мы можем так сказать? Сейчас у государства нет такого ответа. Как у Найка Борзова, да? Я привезла новый мир, я привезла кокаин.